Шиш! Вот это я заспавнился, вот это неплохо. Как только я появился на сервере, я сразу понял, что здесь меня будет ожидать интереснейший контент. А почему я в этом уверен? Вы просто посмотрите на эту территорию. Тут такая огромная территория, что я бы на ней поселился. Я вижу, как челики там в топ-сетах бегают. Только для начала мне нужно спальник сейчас сделать. И они огородили все до фишинг-вилледжа? Серьезно? А вначале мне нужно было как можно скорее нафармить ткани, чтобы поставить спальники, поэтому я побежал к супермаркету. И наткнулся на один интересный домик. Hello, my friend. I'm just a fucking naked, don't worry. Are you solo player, yes? I have question. Can you give me tools? Okay, wait. Сейчас посмотрим. Проведем социальный эксперимент. Убьют меня или дадут топорик? Oh, nice. Я 8 ин, я тебя запомнил. Thank you, bro, so, thank you so much. I remember your name. Okay, thank you. У меня появился металлический топорик и кирочка. И только я собирался пойти пофармить ресурсы, как вдруг... Меня убил Руфкемпер. Я вернусь сюда, я тебе обещаю. Я сюда сейчас вернусь, я запомнил твой ник. Я сюда вернусь. Мне нужно было как можно раньше оказаться вот здесь. И тут я оказался почти с первой попытки. А вообще, хотел бы напомнить, что можно поставить лайк и написать комментарий. Я пофармил немного бочек, решил переработать их на супермаркете и познакомился с одним дружелюбным бомжиком. What's up, dude? What's up? My friendy. Hello, man. Чувак. Короче, видишь дом, вон там стоит? А, русский, да, ручки. Вот домик железный такой. Надо там ушлёпка одного выманить. Надо выманить его и обоссать этого типа. Но мы его не убьем. Убьем. Please, don't kill, man, please. Suck penis, bitch. И на этом же супермаркете я встретил того самого паренька, который дал мне топорик. Oh, it's you, yeah. Yeah, it's you, my friend. Yeah, it's me. You give me headshot, but this fucking idiot with bolt, he killed me. I have good idea. И моя идея заключалась в том, чтобы поставить первый верстак, скрафтить лестницу и залезть к нему на крышу. И мне очень повезло, лестницу умел крафтить этот иностранец. We need three wooden ladders. Yeah. И как только он скрафтил лестницы, я побежал сразу к этому дому руфкемперов. Мы даже умудрились протолкаться внутрь, я разбил ящик, там ничего не было, и я решил дождаться, когда же они появятся в сети. Я ждал их довольно долго, но никто не появился, поэтому я принял решение кильнуться, залутать себя и поискать фармил. Чего? Я заспавнился снова на этом же месте и увидел, как один домик рейдит. Мне оставалось всего лишь дождаться, когда же я смогу что-нибудь оттуда украсть. Вижу, как бомжары пытаются угнать коптер. Минут через 20 они решили перенести весь основной лут, который был в этом доме, и улетели с этого рейда. И тут настало мое время. Время тырить ресы. О! О! Ого! Вот это куш. И только я побежал фармить деревце, чтобы строить домик, как вдруг меня убивает какой-то челик. Но с зарейдженного домика я забрал только самую малую часть ресурсов, поэтому я особо не расстроился. Да и чисто физически все залутать этот тип один не мог. Я долутал все самое ценное и отправился фармить ресурсики, чтобы отстроить мой первый домик. А желающих отнять мои ресурсы было реально много. Тип с Берда идет, видишь? А чтобы не потерять все ресурсики, пока фармлю, я решил спрятать большой ящик. Fucking idiot! One more dead. И некоторые бомжики тоже тырили ресурсы с того самого домика, но отдавать их я им не собирался. Мне бы какой-то домик отстроить. Фармить нечем. О, бензоп...
Серьезно, а так можно было, что ли? И наконец, как у меня появилась бензопила, я пошел фармить деревце, чтобы отстроить кибитку. А отстраивать я ее начал возле того самого иностранца. И с этого момента выживание бомжика закончилось, у меня появился домик. А еще я перенес абсолютно все ресурсы, которые я честно наворовал. А после иностранный друг подогнал мне огромный подарочек в виде бура. Thank you so much, bro. You're really good, man. Ну а некоторое время спустя ко мне присоединилась боец Плюшка. Здорово. У меня какая-то общага получается уже. А после я решил наведаться к моим соседям руфкемперам. Hello, guys, why you killed naked, guys? Hello? Hold on, I'm sorry, I'll give you a kid, What the fuck are you doing, you idiot? You're not friendly, you cocksucker. Из дома выходить они не собирались, но у меня была идея, как раздобыть халявный третий верстак. Всего лишь нужно было выбурить один фундамент. И те самые руфкемперы увидели, чем я занимаюсь, и пришли мне мешать. Your base, easy loot, ха-ха-ха-ха-ха. Но больше всего мне показалось странным то, что они в этом домике открыли двери. И это означало то, что третий верстак я оттуда больше не заберу. Патронов у нас не было, поэтому приходилось выживать с Чиркой. Он меня идет лутать. Я рядом. Где он? Вот он прыгает. Он умер. Oh, you're fucking lucky. Они пришли, калаши под домом. Они выжигают нас. Застраивайся. Сейчас дом появлюсь. Под нашим домом началась война, и нас начали выжигать. Мне срочно нужно было появиться дома. Дай киянку быстрее, киянку дай. Да. И камень. Где план постройки? Да. Oh my god, are you raid my base? Oh no, please, don't do it, guys. Ты будешь теперь к нам на территорию, да, читер? Или что? Будешь мозги ебать, да? Как ты догадался? Сожгем тут внутри же. А где ваша территория? Я просто недавно тут построился. Где ваша территория? Ну, вон. Вон, короче, там за горой. Видел? Из дерева огромное кусок. От... А, да. Это наш. А-а-а. Круто. Тебя убили? Да. Пусть заходит. Не типы с роликов. Типа. Я убил его. Меня убили. В этом моменте я подумал, то, что домик у нашему хана, и мы уже его не спасем. Но сдаваться мы не собирались. Ой, их тут что-то много пришло. О, меня сейчас убьют. Да они целую армию собрали, чтобы бомжей зарейдить. Реально целую армию собрали, чисто всю свою деревню. Давай забайтим, я выйду с этой стороны, а ты выбежишь и улучшишь стенку. Давай попробуем. Подними меня. Угу. Он у меня. Все, ставь стенку. Я улучшила. Хорош. Он с той стороны, Дима, со стороны стенки. Вроде убегает. Да меня убили, их тут пятеро. Их шесть, Леся! Под дверью шестеро! Я пошел отсюда, Леся! Я отсюда пошел, мне пофиг. А сейчас, в принципе, я ничего не потерял, я пойду бочки порублю. Ну и наконец к нам присоединился этот лысый азиат с ником Пончик. О, я уже по звукам узнаю, где Пончик.
Да тут 350 человек. Ты какой из них? Я вот рядом возле тебя. Стой, стой, выйди. Вот я вот. Я не смогу выйти сейчас. Ну, пригласи тебя. Бежим, бежим, они идут. Бежим, пофиг. Лезь на дерево. Во время рейда моего домика французский друг возвращался с подводной лаборатории, и я его предупредил о том, что домой сейчас лучше ему не идти. А еще он решил нам помочь и скинул мне берданочку, чтобы я попытался отбить домик. Ты возле меня? Да. Я берданочку убил. Хорошо, я тебе бинты принес. А дальше началась какая-то лютая дичь. Моего друга француза убили, и мне пришлось спасать его лут. Один умер. Там еще один. Добил его. Калаш по нам сейчас будет клепать. Меня убили еще, он один там. Пончик второго типа дожал, и мы смогли засейвить лут француза, и за это он меня вознаградил МПшкой. Let's go home. Естественно, на этот раз я решил сопроводить его полностью до дома, чтобы он засейвил весь лут. Окей, let's go. I cover you. Good job, bro. Nice. Мой домик продолжали рейдить, и поэтому я побежал пытаться его отбивать. Чувак, у меня горит жопа. Ну, они ушли и не дорейдили. Может, им нечем рейдить? Не знаю, но я починила стенки. Они пришли дорейживать. Ты починила стенку? Да. Пацаны, какие же вы слабейшие. Просто вы рейдите хату 2 на 2 уже 10 лет. Ага, патронов 16, понял. Там кто-то лутает. Вижу, один белый сет и один хазик. Да, и второй хазик. Один минус. Чувак с беретой вышел. Белый сет минус, белый сет минус. Томпсон убил белый сет. Лутает бомж. Бомж. Хазик справа, дальше. Я четверых убил, чувак. Тут патронов нету. Бомжи бегут. О, в сейте тип. Да, патроны. Ты валяешься? Нет. Я отхожу, у меня патронов нет ни на что. Ну, теперь валяюсь. У меня оставалось всего 5 патронов, поэтому продолжать воевать смысла не было. Я решил засейвить пушки в ближайший кустик. У меня всего 3 патрона. Пока челики пытались прорейдить мой домик, я решил отстроить новый неподалеку от супермаркета. Но для этого мне нужно было подфермить немного деревца. Мне кажется, у него что-то есть, что я могу забрать. Please, don't do it! Я тебе говорю, не надо этого делать. Какой большой дом у меня получается. Получается, у меня домик готов. Ну, почти антирейдовый. Тот такой прототип антирейд-системы, как бы рейдили 4 часа, ну и фиг. Просто рофл. О май гад, плиз! I just Bob Builder. Wait, man. I Bob Builder. No, wait, man. Чизи, я знаю, что это ты. Нет, это не я. Что ты хотел? Да, в смысле... Смотри, короче. Я почти уверен, что ты уже знаешь, но вон там сидят пчелы с калашом и с болтом, да? О, это цель номер один, как бы. О, мне уже нравится. Я поговорил с этим пареньком, и оказывается, он был моим соседом. Ну, то есть, стал моим соседом, я же построился возле него. Сеньор, с вами можно вести сотрудничество? Я думаю, вполне. Я наладил отношения с нашими ближайшими соседями, и у нас появилась одна общая цель. Школьники с дома руфкемперов. И прошло совсем немного времени с того момента, как мы здесь отстроились, у нас появились первые противники.
Я ему много дал. Ты слился? Нет, еще. О, по нему кто-то стреляет. Я его убил. Туда его. Как только люди узнали, что я играю на этом сервере, то есть Чизи, они начали сидеть у меня под домом и постоянно не давали мне выходить. Поэтому мне пришлось сменить аккаунт. О, нормально. Неужели это тот самый намек от Раста? Что? Блин, серьезно? Они идут за мной. Я им не хочу это отдавать. Так, я добежал до своего домика. Это очень-очень хорошо. Я дома, и это очень хорошо. О! Проснулся. Мы собрались идти в лабораторию, но нам нужны были патроны, поэтому пришлось их изучить. И в один момент, когда я поджидал моих соседей руф-кемперов, я увидел, что на супермаркете стоят два типа и перерабатывают компоненты. Я беру берданку, сейчас попробуем лица разбить. Один выбежал. Хазики, слева от тебя. Один наказан. Один за камнем. Хазики. Двоих убил. Троих убил. Леся, патронов нет. Лутай быстрее, беги. Беги, лутай того, который валяется возле перераба. За ящиками. Я легла. Он умер. Я всех убил. Тип голый бежит. Он сейчас пушку возьмет. Убил одного. Он пушку взял. Где а, кто? Нет, это лук. Лук. Вот у меня тут тип. Беги ко мне беги. Забей на него. Уйдем? Да, сейчас уйдем. Герду еще заберу. Ты все залутала? У типа с перераба? Ну, вроде бы да. Свой скраб забрала, окей. У них еще ткани было, прикинь? Серьезно? Я только сейчас заметила, когда выложила в шкаф. А скраб был у них? Да, 300 скраб, 380 скраб. Ой, так это второй... У нас второй верстак есть. Офигеть. Вот это развитие, вот это я понимаю. От дома отходить было довольно страшно, ведь мы понимали, что нас могут зарейдить. Поэтому нам нужно было срочно расширять домик. Надо за сегодня выселить школьников. Мы справимся с этой задачей? Ай-яй-яй! Меня убивают. Где он? Возле перераба. Меня идет латать. Много дал, но он выжил. Я без всего выбежал. Я ему наказал. Эти ребята на нас обиделись и постоянно сидели у нас под хатой. Плиз! Плиз! А, он меня задел. Не говори, что ты его убила. Нет. А я его убил, я один на крыше. Сзади тип бежит, на Н. Залутаны? Да. В хазике. Он умер. С каждой минутой оружие у нас становилось все больше и больше. Но у нас оставалась одна большая проблемка. Одна стенка до лута. Поэтому нам нужен был камень. Ой! Это он же, Ноэр. Я ему хит он дала. Он перезаряжается, нет? Нет. У него один... Теперь перезаряжается. Fucking idiot. Неподалеку от нас падал дропчик, и мы рассчитывали найти там какую-нибудь взрывку. Поэтому побежали на него.
И на дропе мы были не одни. Пришли наши дуркемперы. Hello, bitch. Я думаю, ты догадалась, кто это был, да? Я лежу. Нет, лежу. Я его залутал. Этого берду не нашел, но этика. Пока я бегал, относил ресурсики домой, плюшка налутала огромное количество лута. И на нее напали какие-то бомжики, и мне нужно было ее спасти. Я бегу. Одного убил. Три готов. Хита. Готов. Еще один. Опа, я лежу. Наказан. У нас постоянно сидели под хатой, и мы понимали, что скорее всего они скоро придут нас рейдить, поэтому нам нужно было срочно укреплять защиту. А для этого нам нужно было знатно подфармить. Блин, у меня никогда столько много врагов не было. Ой, тут помп убил меня. Это китайцы какие-то? О! А это найс, наш? Найс, типа, найс, да, наш помог. Угу. Блин, у нас француз красавчик, я его обожаю уже. И наконец-то я начал расширять наш домик. Но наши соседи отпускать нас так просто не собирались, они продолжали сидеть у нас под дверьми. Тем временем наш первый домик практически прогнил, и мы могли забрать оттуда наши ресурсы. Но для этого нам нужно было прорейдить одну стенку. Хорош. Хорош. Аккумулятор большой. Все МПшки забираем. У нас экспа есть, неплохо. Блин, этот дом пережил невозможное. Этот дом реально невозможное пережил. И этот ветряк нам очень сильно пригодился. Мы решили наконец-то провести турельки на нашем новом домике. Тем временем школьники продолжали сидеть с болтом на крыше. Меня болт убил. О, это эти соседи. Конечно же, болтовку мы решили у него отобрать. Убил. Убил бомжа. Одетого убил. Одетого убил? Да. Хорошо. Он в окно сейчас вылезет. Бим. Плюс МП5. Убил. Убил? Буст. Мы можем туда залезть. Руф. Попал в него? Он меня убил. Убил его. Лутает себе. Убила. Пуш меня туда. О! Хорош. Шик. А где болт? Может, болт снизу валяется где-то? Да, болт снизу, я забрал болт. Относи с сексовкой, с лазером. Тут три типа. Они не знали то, что я нахожусь у них в отстрелке, и поэтому у меня был шанс их задипать. И я стал ждать. Ждать, когда они откроют эту гаражку. Реально, он пошел болт искать. Тут миллиард гантрапов. Умер, да? Да. Там очень много гантрапов. Мы поставили турельку, укрепили дом, и в этот момент мы уже могли не переживать о защите дома, поэтому отправились лутать подводные лаборатории. Так, о! Я нашел НПЗ. А, тут смотри как. Тут вот такая система, оп. Карта есть? Да, конечно. У меня тоже карта есть. Я у типа забрал. Отлично сделали.
Дай посмотреть хотя бы, что там. Я ж не лутаю. Ух ты. Офигеть, два ноута выпало, чувак. ДБшка. ДБшка, Карл. А что тут всего? Нет, тут два элитных. Два элитных и один рыжий. Так с рыжим... А, два рыжих. С них тоже нормально падает. Ты можешь прям до посинения тут теперь сидеть, получается. Мы залутали всю лабораторию и оставили пончика в красной комнате. Мы хотели зарейдить школьников руфкемперов, поэтому нужно было пофармить немного серы. Я поплыл. Так, пойду нафармлю немного. Серки. И чтобы скрафтить взрывку, нам нужен был третий верстак, который я смог купить у клана по соседству. Все без проблем. Спасибо большое. Юньк. Ну ничего, раз, два, три, четыре. И всего мне нужно сейчас... А, мне всего 500 скрапа надо. 550. И нам повезло, у нас было достаточно компонентов, чтобы изучить сишку. Yes, 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 yes. You my neighbor? Huh? You my neighbor? My name? Israel. This is your base? My house. Yeah, I know. Leave from your team. And I give you invite to the group. Okay. Good. Okay. Right now we don't kill you. If you want help, just tell us. Okay. Ну а всех бомжиков, которые жили неподалеку от нас, мы брали под свою защиту. А все остальное время я крафтил взрывчатку. Друзей на этом острове у нас было достаточно, но врагов было еще больше. И на тот момент я даже и не представлял, кого первым я буду выселять. Это их дом, прикинь? Какой? Который рядом с нами. Ого! Что? Их четверо? Я увидел, как из этого домика выбегало 4 топ-сетчика, и, конечно же, мне стало интересно, кто там обитает. О май год, why you killed us, guys? What the fuck, man? Shut up! Меня убили. Убила одного. Паш, скинь оружие. Держи. Второго убила. Два трупа лежат. Why is your friend cheating? Your friend's cheating. You just headshot them. Your friend is cheating. You're getting banned. В лесу надо мной. Убил. You're getting banned. Тебя забанят, чувак. Они говорят, что лесе читер. И как ни странно, после этого замеса эти ребята куда-то пропали, и больше они не появлялись. Поэтому рейд их дома мы решили отложить на потом, и вначале пробахать назойливых школьников. У них там гантрапов жесть, смотри, товарищи. Но подожди, у них по-другому не может быть. У них, походу, лутовые, понял, вглубь еще идут, чувак. На крыше. Кто-то умер. Я убил его. Я их на КД поставил. Ну, я двоих убил. Недолго думая, мы решили попытаться зарейдить этот домик. Минус. Тут магаз. Чувак, магаз бахай. Пофиг. Ракетами, сихами? Сишки. Take leader. А, они точно на магаз лепятся? Минус. Да. Рой, аккуратно. Ракетой куда? Бахай. Бахай туда ракетой. Там внутрь? Гаражки. Да, внутрь ракеты. Он закрыл гаражку только что, понч. Fire! И еще одну следом. Взорвал.
Гантрапы, гантрапы. Я шкаф не вижу. Бахай туда прям с базуки. Дальше, в гараж? Да, вперед. Я не знаю, там гантрапов куча. Наш умер. Там гантрап интересный, походу. Я его с плэшем не разобью. Там их много, там их много гантрапов. Тут все вскрыто. Все лутовые. Вот стрелки бегают. Вот стрелки бегают. Дим, что делаем? Я знаю, где шкаф у них. Тут куча гантрапов, чувак. Я не знаю, что делать. Меня убили, понч. Он поставил еще дверь! И этот рейд был один из самых лучших за последнее время. Я только взрываю одну дверь, он сразу же ставит следом новую. Чувак, нам нужно его убить. Короче, этот рейд был слит, но я получил самую ценную информацию. В доме у них стояло огромное количество гантрапов. Это означало, что мне нужно было найти всего лишь шкаф, но в центре дома его просто не было. За этим окном стояли печки. И в этот самый момент в моей голове появилась идея, а что если шкаф у них находится в буферке? И чтобы выиграть этот рейд, мне достаточно было найти всего лишь шкаф. Прямо сейчас их бахнуть, иначе они просто перенесутся. У нас оставалось еще немножечко взрывчатки, чтобы провернуть этот гениальный план. И мы решили действовать. На крышу лез. Минус шкаф. Так, изи. Тут нет шкафа. Тут шкаф в другой стороне, походу. Бус-бус, срочно. Тут шкаф. Они не поставят шкаф. Они не поставят шкаф. И в этот момент мы выиграли эту войну. Минус, 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 минус. Гантрапы, которые стояли внутри дома, работали с этого момента на меня и убивали прежних хозяевов этого домика. Он в отстрелке сидит. Типа. Нормально, нормально, нормально. Все, они ничего не сделают. Все, габала их хотим. И вы могли подумать, что на этом рейд закончился. Нет, на этот рейд прибежало 12 французов, которые пытались их тоже зарейдить. Один full dead. Еще один минус. Добил. Патронов нет. Пушит меня. Я ему 4 хита со спаса дала. Добил. Я умерла. ЛР-ку забрал. Двое осталось. Они где деревянная стенка. Мы их убивали, лутали и снова возвращались на эти же замесы. Сколько их есть инфа? И французы, которые прибежали на антирейд, решили пробахать этот домик. Вижу, где они. Их было там человек 10, и в какой-то момент я даже решил попробовать взорвать их с базуки. Ага. Один минус.
еще убил. У меня патронов нет. Меня двушка убила. Эта битва продолжалась на протяжении нескольких часов. И в один прекрасный момент я понял то, что а какой мне смысл пытаться отбивать этот домик, если мне просто нужно было выселить этих школьников. И я просто стоял и смотрел, как этот дом выносят французы. И мне было весело. Но французы даже и не представляли, что основные ресурсы мы оттуда уже вытащили. У нас оставалось немножечко ракет, и мы решили вскрыть хату по соседству, откуда выбегали 4 топсетчика. Третий верстак. Ого, там МВК дверь дальше. Он умер. Шкаф тут все открыто. Леся! Леся! Что? Леся! Застраивайся. Бегом сюда! Взрывай шкаф. Охренеть. Типы на улице. Ты нашла его пушку? Да. На. Офигеть. Ты видела, сколько тут ресов? Видела. На улице. Дима, на, смотри, что у меня для тебя есть. Что? Ого! Серьезно? Ты компоненты видел, да? Тут тип еще наверху спит. Ты видела, сколько тут топлива? Видела. Тут компонентов, чтобы просто все изучить. Тут еще и окуп по ракетам. С этим рейдом нам очень сильно повезло. И такой ценный лут нужно было срочно переносить в новый просторный МВК-бункер. И строительство я начал на месте нашего прежнего домика. И достроив этот замечательный домик, мы уже могли спокойно отправляться отдыхать. Зайдя на следующий день, я увидел то, что нас не зарейдили, и я решил сразу поставить магазинчик и продавать оружие за серу. А еще на этот день у меня был план – отстроиться на территории той огромной деревни, которая приходила нас рейдить в начале видоса. А темной ночью я решил наведаться к этой деревне и посмотреть, где я смогу построиться на их территории. Блин, мне кажется, я не перепрыгну отсюда. А вот оттуда, скорее всего, я смогу. Йоньк! Ой, тут клоны продаются хорошие. Опа. По-моему, меня спалили. Шкафы, походу, придется 100% у них взрывать. И немного побегав по их территории, я нашел то самое место, где я мог бы отстроить свою кибитку. Я нашел место, где я могу построить дом. Тут очень много места. Короче, мне нужен шкаф и нужны ресы. И я прям здесь отстрою дом. Сейчас замету за собой следы. А выйти с этой территории, я так полагаю, можно абсолютно с любой стороны. Да, можно. Ха. Короче, я пошел фармить камушек. И чтобы реализовать мою задумку, мне оставалось всего лишь нафармить какой-то ящик камня. Но вы же знаете, чьи ролики вы смотрите, поэтому все так просто у меня никогда не бывает. Возле меня снова начали отстраиваться те самые школьники, которых мы рейдили вчера. И они снова начали сидеть у нас под дверью.
What you want? Wait there, can I not buy from your shop? I want to buy from your shop. Okay. Your shop. You can come. Yes, you can buy this. It doesn't hurt me. Okay. Okay, thank you. What can I... Пока один заговаривал зубы, второй пытался меня убить. Гении! И эти маленькие бомжики постоянно срывали мои планы. И мне нужно было как можно быстрее найти их домик. И вы не поверите, свой домик они отстроили прямо напротив нас. У них чисто камень. Они сейчас строят вот. И там, по-моему, две двери, что ли, максимум. Узнав, где они живут, я сразу же решил скрафтить пару подарков и наведаться к ним в гости. И вот еще ракета. Let's go. Взорвал. Разрывные есть? Да. Он жив. Убил их. Надо сишку нести, походу. Тут шкаф. Шкаф. Открыт. Сзади бежит, по-моему. О, тут МВК было. Немного серы. Они со шкафа забирали. А еще мы решили им сделать небольшой подарочек и поставили свой шкафчик. Вот и все. Найс. На этот рейд сбежалось огромное количество людей, и все почему-то пытались нас ушатать, но это было сделать не так просто. ЛР-ка. Я жив. Двое. Я легла. Один минус. Один, где деревянный шкаф. 160. Тут их четверо, я убью одного. Они кибитку хотят строить, лезть для рейда. Они меня пушат. Я умерла. Ты не заберешься домой. Они сломали пристройку. На тот момент мы думали, что они начнут нас вот-вот рейдить, поэтому я решил поставить турельку прямо в центре нашей хаты. Магазин закрыт. Скорее всего, ребята с той огромной деревни чекали нашу хату, и в случае рейда мы бы не смогли отбиться, так как у нас не было никакой отстрелочной. И когда они ушли домой, мы решили ее быстренько оформить. Не прошло и 20 минут, как они вернулись к нашей базе. Еще один бежит. Догоняет их. Один full dead. Второй full dead. Третий dead. Троих убил, Леся, я убил троих. Меня убили, я троих убил. Я бегу. Они еще пришли, да. Уходят, смотри. Ты жива? Да. Походу сейчас нет буду. Два их убил. По мне стреляют. Еще убил. Бегут, голые. Меня убили. На моем трупе. Он пятку меня лутает. Двоих. Где он? По мне стреляют.
Леся, мне кажется, нас точно скоро придут рейдить. Почему они второй раз приходят? Они чекать приходят просто? Они спальники раскидывали. Не просто так они приходят. Убил одного. По мне стреляют. Я отошел. Full dead. Еще один. Один full dead. Бежит близко. Я умерла. Их двое пришло. Еще убил. Убил еще одного. У него только кофейка на голове. Убил. Я иду с дома. Там еще один идет. Я троих убил, еще один. Пяток. Всех убил. Я человек 7 убил, Леся. Офигеть, у них тут патронов. Етись колотить. Они бесконечные, Леся. Они бесконечные. Они не кончаются, Леся. Они просто не кончаются. И все это время, на протяжении всего вайпа, я думал, откуда соседи-школьники берут оружие, которых мы постоянно рейдим. И вот настало время узнать ответ на этот вопрос. Леся, знаешь, где он эти пушки берет? Кто? Знаешь, где этот бивет пушки берет, Леся? С магазина нашего? Серьезно? Он просто прибегает, пушки покупает и откисает. Снабжает нас серой халявной просто. А потом мы его рейдим, обратно в пушки забираем. Я не знаю, что тут происходит, но... Это жесть какая-то, чуваки. Вообще не дают туда сесть. Там тип бегал по дому. Он меня убил, Леся. Их двое! Серьезно? Да. И наконец-то мы изучили турельки и решили поставить их вокруг дома, чтобы бомжи не подсиживали нас двушками. И вот, наконец, как только мы все докрафтили, мы решили отстроить свою ловушку на их территории и забайтить эту клонину. О! А мы не взяли с собой ткань. Вот, я нашел отличное место. Так, сейчас с пулика чисто. Я 3 на 3 хотел строить. Ресов хватит? Да. Я не смотри, могу строиться плюшки. Одна турель вот сюда. Прикинь. Смотри, что я сейчас буду делать. Стой. Нифига ты сейчас... чё, окунулся в старый раст? Тихо! Я сейчас с револьвера буду шкаф ломать. Ого! О, чувак! Всё, подожди, изи. Не прыгай. У них минька, по-моему, кстати, летит рядом возле них. Может, это они домой летят? Не, мимо вроде. Что, у них ПВО нету, бомжи? Нищие? Минька, это наши полетели. А, окей. Да ну чё, народ, погнали. Хуёбный в рот. Ого! Я даже не... Ого, ты киберспортсмен чисто на башню прям запрыгнул. Паркур-легенда, Ямакаси. А пока хозяева этой территории где-то лазили, мы строили на их территории кибитку и были готовы начинать делать грязь. Пончик! Да. Меня забанят. За что? За музыку. Это с игры музыка, это с игры музыка. Все равно забанят. Игра «Как достать соседа» 2005 год, блядь. Оп.
Минус фундамент. Бам! На вышку, на самый верх вылез. Он жив? Да. Chinese dog. Цонима? Но. Башку ему дал. Hello! Thanks for Болти! Ха-ха! Easy! Пойди пока, передерни на болтик, я сейчас подойду. Easy! Я сейчас буду его убивать. Я терминатор. Давайте мне его сюда. Где он? Сюда его давайте. Где этот лох спрятался? Где этот лошара? Сюда иди, тварь! Ай! Все, я пошел, я домой. Какой он кривой! Чем мы только на их территории не занимались. Взрывали, залазили к ним на вышки, но они рейдить нас не собирались. И нам стало скучно, и мы решили отсюда свалить. Эти ребята грозились нас зарейдить этой ночью, и на протяжении очень долгого времени я стоял и ждал, когда же они придут, но прождав до 6 утра, они так и не пришли. А зайдя на следующий день, я увидел это. О, они зарейдили, они это зарейдили, серьезно, а снизу тоже? И этот? Они с кибиткой рейдили этот дом. Серьезно, там ничего не было. И вот вы, наверное, можете подумать, а почему я сейчас настолько доволен? Почему я смеюсь, когда мне должно быть грустно, что мой домик зарейдили? И сейчас я раскрою вам секрет. Перед тем, как выходить с сервера, я отдал свой домик французу. Да, тому самому французу, с которого все и началось. I wanna give you all my stuff, because I just wanna leave from the server. Do you need my stuff? Yeah. Where is the TC? I need Follow the me. Nice. Authorize in all doors. You need to authorize this one. I think this base tonight getting raided, and you need to save this stuff in your base. It's really good idea, because I kill so many clan gamers, and clan gamers not just hate me. Yeah, no? I see. You got C4 right now. Are you happy? Oh, one C4. Yeah. Okay, I have good idea. Follow me. Прощай, папа Джесс. Прощай, бро. А в том самом домике для байта я задеспавнил все ресурсы и оставил им записку. Вот таким хитрым способом я заставил клан потратить больше 50 ракет на наш пустой домик. И хотелось бы сказать огромное спасибо Плюшке, Пончику и всем ребятам, кто помог в создании данного контента. А на канале Плюшки скоро выйдет новый ролик с моим участием. И там будет топовый контентыч. Не пропусти, ссылочку я оставлю в описании. Ну и всем пока!